Пробежать кросс, отжаться на время и даже присесть с наполненным песком мешком. Эти испытания предстояло преодолеть сотрудникам районных администраций. В Чувашии подвели итоги традиционного дня главы и муниципального служащего. Кому достался титул чемпиона, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Путь к победе тернист. Чтобы подняться на пьедестал почета, муниципальным служащим было необходимо выложиться на все 100. Участники спартакиады сдавали нормы ГТО, играли в футбол, волейбол и не только. Сергею Мульдьярову удалось быстрее своих коллег добраться до финиша с груженной телегой и забросить дальше всех пудовую гирю. Он занял первое место. Сила в генах. Да, да, это, честно говоря, гена. Вот такие, как день главы, это единственное мероприятие. Я говорю, очень нужное такое мероприятие и нужное. Мы здесь сплачиваемся, по крайней мере, общаемся с теми же главными. Еще одно задание спартакиады – скосить траву на скорость. Одержать победу удалось главе администрации Красночитайского района. Александр Башкиров говорит, что косу ему не заменят даже новейшие культиваторы. Дома я косу всегда берегу. Всегда. Сегодня большие площади, конечно, мы и технику принимаем, и применяем, и трактора. Но коса, она всегда остается при нас. И коса не подвела. Ну и мы сами знаем эту работу с детских лет. Глава региона поздравил финалистов и отметил, что их примеру необходимо следовать. В органах власти республики количество спортивных чиновников увеличивается. День муниципального служащего – очередной шанс проявить себя. Каждый муниципальный служащий должен быть всегда в форме. Без физической нагрузки это невозможно. И эти традиционные уже мероприятия, это тоже хочу отметить, они сплачивают вас, вы начинаете чувствовать локоть. Товарищи командиры, главы администрации, как начальники, лучше начинают вас понимать, это тоже важно. Наши муниципалитеты, наши республики из года в год, они становятся сильнее, красивее, благоустроеннее. Чем сильнее наши муниципалитеты, тем сильнее наша республика, Сильнее наша республика, тем сильнее Россия. Взять реванш у финалистов чиновники смогут осенью. Впереди очередной этап спартакиады органов власти. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.